Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре моноблок Acer Aspire модель Z1612. Данная модель была выпущена в 2017 году. Сейчас подобную модель можно найти за 8-12 тысяч рублей, в зависимости от жадности продавца. Данный моноблок моего друга, он оказался у меня для апгрейда. Изначально с завода, в него установлен процессор Intel Celeron J3060. 2 гигабайта оперативной памяти DDR3, никакой дискретной графики, только встроенная графика Intel 400 серии и накопитель на 500 гигабайт, естественно HDD. Как вы понимаете, данные технические характеристики не впечатляют даже самых далеких от компьютерного железа людей, но почему-то очень сильно в свое время впечатлили контент-мейкеров на сайте DNS. Вы знаете, я когда это прочитал, я ржал минуты две, извините за выражение. Я не мог остановиться, потому что такое можно было только под запрещенными препаратами написать про него. Значит, зачитываю. Моноблок Acer Aspire Z612. 19,5 дюймов экран. Высокопроизводительное устройство, в основу которого положен двухъядерный процессор Intel Celeron и 2 гигабайта оперативной памяти. Именно эти характеристики отвечают за молниеносную загрузку приложений большого объема и возможность осуществлять работу в режиме нескольких задач. Экран модели на базе TN+. Фильм матрицы. Вот так-то, ребята. На то контент-мейкеры, понятно, у них работа такая была. А теперь переходим к реалиям. Это моноблок моего друга. Сейчас 2020 год. И он оказался у меня на этом столе с одной простой фразой. Сделай с ним хоть что-нибудь. Работать вообще невозможно. Говорит, я прихожу домой вечером, включаю его и иду готовить себе ужин. Прихожу с готовым ужином полностью, он бывает даже еще не загрузился. Но я залезаю в интернет, пытаюсь загрузить видюшку на ютубе. И вот пока видюшка грузится, я успеваю съесть весь свой ужин. А потом уже как бы и спать пора, и видосиков не посмотрел. И как бы, ну, невозможно им пользоваться. Ну, сделай что-нибудь. Я говорю, ну хорошо, давай сюда, посмотрим. У меня план действий созрел очень быстро. Понятное дело, что старый HDD на 500 гигабайт мы выкинем и поставим SSD, и уже что-то получим. Второй момент, на что жалуется, наверное, каждый вот... Второй человек, у которого есть такой Acer в отзывах, это недостаток оперативной памяти. Я понимаю, конечно, что минимальные рекомендуемые требования для Windows 10 – 2 гигабайта оперативной памяти. Но даже в 2016 году это было уже, конечно же, очень мало. Они бы еще гигабайт сюда поставили. Поэтому, естественно, в предыдущем видео я вам уже показал. Мы сюда установили планку на 8 гигов, некоторые ставят на 4, но я рекомендую сразу на 8, и она сюда встает, она работает с данным процессором, все в порядке. 8 гигов еще в 2020 году вполне можно работать, тем более, что общая производительность процессора, ну, не предполагает выполнение каких-то сложных задач. И второе, на что жалуются постоянно пользователи этих устройств сразу после оперативной памяти, это, конечно же, производительность процессора. Она изначально была никакая. J3060 имеет всего 2 ядра, 2 потока, и вот тактовая частота может достигать 2,48 ГГц. Процессор, по сути, тут уже не заменить. Он впаян в плату, и, конечно же, в девайсе за 8000 рублей заморачиваться, подбирать какой-то другой процессор, может быть, он заработает там что-то, ну, естественно, никто уже не будет. Я хотел сначала понять, есть ли смысл за что-то бороться, если есть, то да, мы его проапгрейдим. Я понаблюдал за его работой, основное, что требуется моему другу, это нормально смотреть видосики на ютубе и иногда работать в вордовских приложениях. Когда я его только получил и включил в работу вот в том виде, в котором он мне пришел, по моей спине просто прошелся легкий пот, потому что это реально невозможно. То, как он описывал его работу, это было очень мягко. На мой взгляд, нужно было подбирать гораздо более жесткие эпитеты, сравнимые с самыми вообще ужасными словами в русском языке, которые только присутствуют. Чем эта система занимается, знает один Билл Гейтс, вот, чтобы вы понимали. Ctrl-Alt-Delete нажал. Ждем. О, так. Это даже побыстрее у меня бывало, дольше грузило. А, вот нормальная ситуация. Вот так все долго происходит. Нет, это, конечно, никуда не годится. Давай. Подробнее. Покажи мне. Вот, центральный процессор почти постоянно, как двигатель, который в отметку бьется. Чтобы он меньше 45% был загружен, я еще не видел. Оператива сейчас, ну, почти полностью забита. Ну, конечно, тут система давно не чистилась, куча всего понаустановлено, все работает, все в автозагрузке.
Да, так, конечно, жить нельзя. Будем переустанавливать. Он настолько медленный. Вот простая задача. Удалить 6 гигабайт формата из флешки. Я уже сижу, жду 4 минуты. Что касается установки новой системы. Мы с другом обсуждали вопрос. Он даже скорее склонялся, может быть, поставить Windows 7, потому что, по его мнению, она работает несколько быстрее. Но в данном случае мы поступим следующим образом. Я ему также установлю Windows 10 домашний, только по одной простой причине. Раз уже у него есть эта OEM-ная лицензия на Windows 10 домашняя, так пусть она уже и будет. Зачем какие-то там странные, непонятные дистрибутивы устанавливать? Поэтому ключ я извлеку, так как на задней панели этого моноблока ключа нету. Как извлекать ключ в формате VBA? Самым простым методом, без каких-то вот дополнительных программ, я вам приложу ссылку в описании на своей странице, там будет в текстовом варианте все описано, как это делается буквально в несколько кликов. Ну и встретимся уже с вами после того, как я запущу сюда новую систему. После переустановки системы, полностью свежий на SSD, мне удалось нормально как-то с ним работать в приложениях офисных, в браузере как-то нормально переходить, но не более 4 вкладок опять-таки, то есть 4 вкладки это был просто его предел. И видео я мог смотреть с разрешением 720p, там хотя бы без торможений. И было принято решение, что да, мы его все-таки проапгрейдим. Бюджет выделился на это порядка 5000 рублей, ну, потому что или его проапгрейдить на 5000 рублей, или получается его продать за те же там 8, 10, 12 тысяч рублей. Ну, нужно будет еще добавлять 1020 и что-то хотя бы за 30 тысяч уже более-менее адекватное из моноблоков начинается сейчас на рынке. Поэтому все-таки решили за него побороться, и оно того стоило, я вам сразу скажу. Уже после переустановки системы и установки видеодрайвера я смог открыть видосики на YouTube не только в 720p, я спокойно открыл их на 1080p, и это было совсем без лагов. И даже смог замахнуться на 1440p, и видос почти не лагал. Ну, поначалу чуть-чуть еще лагал, но потом его работа, в общем-то, была довольно плавной. И это, на мой взгляд, уже была победа. Что я вам сразу скажу. Если вы также будете, например, переустанавливать систему, не поддавайтесь на уговоры Windows о том, что в системе установлена более новая версия драйвера. Нет. Более новая версия драйвера, она хуже, чем официальный драйвер с сайта Acer. Лучше ставьте его. И должен признать, что уже вот в такой конфигурации, после апгрейда до установки в него оперативной памяти на 8 ГБ, после установки SSD недорогого бюджетного Acer на 256 ГБ, в общей сумме это все было 4600 рублей, он вполне работоспособен и неплохо себя показывает. На несколько лет вперед данный моноблок в принципе обеспечил свою работу. По крайней мере, новый моноблок или ноутбук на замену покупать уже не требуется. Что вы получите, если, например, у вас есть такой и вы его проапгрейдите или захотите купить такой? Ну, в целом, белый приятный корпус, TN Film матрица на 19,5 дюйма, что, в принципе, неплохо. Конечно, если вглядываться, я вам сразу скажу, 94 точки на дюйм и зернистость, конечно же, видна. Если отдаляетесь примерно на расстояние там руки, то уже изображение кажется вполне себе качественным. Ну, смотрите видео на YouTube, посмотреть какой-то фильм, вам, конечно же, будет вполне комфортно. Он себя оправдывает. Его еще плюс – это энергопотребление процессора всего 6 Вт, поэтому такого, чтобы я услышал, как работает его кулер, было всего несколько раз в полной тишине, без каких-либо звуков, например, из динамиков. То есть, ну, я как-то там услышал, что кулер работает. А так, 90% времени вы даже не поймете, что он там есть. Также в оригинальном комплекте к этому моноблоку идет белая клавиатура, белая мышка, ну и опять-таки Acer. Почему-то черный блок питания. Понятно, что так дешевле, но для всего полностью белого комплекта, конечно, могли бы немножко заморочиться. Ну, конечно, ну понятно, что не за эти деньги. Все-таки бюджетное устройство изначально было. Еще из дополнительных плюсов этой комплектации. Это наличие тут DVD-привода. Я сам был удивлен, но оказывается, есть еще люди, которые в 2020 году смотрят фильмы на DVD. Плюсов хочу отметить, это адекватное количество разъемов для подключения периферии. Портов USB тут 3. Два из них USB 2.0 и один из них 3.0. Можете считать меня странным человеком, но если бы у него не было хотя бы одного порта USB 3.0, я бы сразу сказал «продавай». А еще картридер, HDMI для подключения второго монитора или, может быть, какого-то проектора, 3.5 джек, ну и, в общем-то, все. Звук с динамиков ничем особенным не выделяется, но он лучше, чем среднестатистический телефон, и он, по крайней мере, стерео. Вот в качестве доказательства хочу вам показать первый попавшийся ролик в качестве 4К.
до всех манипуляций. Я даже не мог его загрузить. А сейчас он хотя бы работает. Сейчас немного продемонстрирую вам его работу. Да, конечно, не моментально, но это гораздо лучше, чем было, потому что до того был совсем тихий ужас, конечно. Что касается игр, поиграть на нем вы не сможете. Даже не пытайтесь. Вот, вы знаете, по производительности он примерно близок к планшету Acer, который я уже вам показывал, 2011 года, в котором стоял i5-470U. И вы знаете, так же, как и там, я вот даже ради интереса запустил на нем одну из своих любимых игр, это Black and White 2, которая вышла еще в 2005 году, вы не поверите. На низких настройках она лагала. То есть только какие-то простенькие онлайн-игры. Работа с документами, таблицами, браузер и все. Все, что можно. Онлайн-игры, документы, браузер. Все, для чего он способен. Ну и, конечно, просмотр фильмов. Вот то, для чего он до сих пор неплохо подходит. Если где-то вы сможете, например, достать такое же, желательно уже сразу в апгрейдном состоянии, там, 1000 за 10, наверное, 12, 14, даже уже кажется перебор, я считаю, что это будет неплохо. За довольно компактное устройство, которое занимает мало места на вашем компьютерном столе. А он действительно довольно тонкий. И знаете, что мне больше всего в нем понравилось? Это его даже ножка, потому что она позволяет регулировать угол наклона. Вот так просто. Позади куча места. Сразу в комплекте клавиатура и мышь. То есть какие-то простые задачи вы вполне сможете решить на нем. Для этого он способен. Но чтобы это все нормально работало, его надо что-то проапгрейдить и потратить. В зависимости от того, сколько вы хотите накопитель SSD взять, и в зависимости от того, какой вы хотите взять объем оперативной памяти, а я рекомендую брать уже в 2020 году, пусть и для такого старичка 8 гигабайт, а не 4, разница порядка там 900 рублей будет. Это не такие в данном случае большие деньги. В таком случае он будет вполне работоспособен, и еще несколько лет сможет вполне показывать адекватную производительность. Интересно, напоминаю, что в первом видео я показал полностью в деталях, как его проапгрейдить. А на этом у меня все. Спасибо большое за просмотр. До свидания.